Саша, кого ты хочешь в сопернике в 1/8 финала? С кем бы ты хотел сыграть? Ни с кем. Ларина. Ваня, а ты с кем хотел бы сыграть? Все равно, да? Так, кто еще прошел? Миша Морозов, с кем ты хотел бы сыграть? Не ответить. Неважно, да? Андрей? Я с Мишей. С Мишей каким? Морозом или Добариным? Морозом. Так, кто еще прошел у нас? Так, Кирилл. Не знаю, но очень сильно подозреваю, что если попадет Грачев, то это будет что-то около полуфинала. Интересно, да. Так, Стефан, ты бы кого хотел? Все равно. Так, Антон, если пройдешь... У тебя шансы Фортуна быть. Решит. Фортуна решит. Так, кто еще? Кто еще прошел? Да. Так, Миша. Мне вообще все равно, мне главное, чтобы я прошел в финал, а там встретился с Грачевым. А, понятно. Хорошо. Так. Битва титанов. Битва титанов. Миша, Андрей. У меня вось подводила меньше, чем у. Что еще раз, тихо? Меня на авось подводила меньше, чем у. Чего? Не понял. На авось подводила. Подводила меньше, чем у. Я не понял, что ты сказал. Ладно, может, кто-то расшифрует на блоге и пришлет нам. Что сказал Миша? Так, кто еще не высказал? Кто из тех, кто прошел? Все? Так, Ваня. Я бы хотел с Грансом Максимом. С Грансом Максимом. Так, понятно. Хорошо. Ну ладно, сейчас проводим жеребий.